На кадрах очевидцев видно, как полыхает деревянный дом по адресу Большевистская, 8. В районе, известном как Чикаго, это, увы, не редкость. Данный пожар случился воскресным утром 18 ноября. Происходило горение жилого подъезда с 1 по 2 этаж, а также начинала загораться кровля. До прибытия пожарных спасательных подразделений из дома были эвакуированы 35 человек – женщины, дети и взрослые старики. Одна спасенная соседями и очевидцами из пожара женщина, несмотря на оказанные ей меры первой помощи, к сожалению, скончалась. Последствия пожара сейчас вы видите на своих экранах. Выгорел подъезд, сгорела крыша дома, уничтожены огнем квартиры. Мы узнали о дальнейшей судьбе жителей подъезда и собственников жилья. Пострадало 8 квартир. Из них 2 квартиры были нежилые. 6 квартир проживали жители. Значит, на сегодняшний день жители 4 квартир обратились в отдел жилищной политики за маневренным жильем. А двое собственников, ну, по крайней мере, по моим данным, проживать в езде, они от маневренного жилья отказались. Андрей Воложанинов уточнил, что погорельцам уже предложили жилье в общежитии на набережной 6. Полиция и органы пожарного надзора сейчас ведут совместную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. А в соцсетях уже строят версии пожара. Проводка в норме. Подожгли этот дом. Канистру нашли в подъезде. Полицейский сказал. Мы же не будем выдвигать предположений о причинах пожара, а дождемся результатов проверки экспертов. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».